Гибкость, красота и грация. Во дворце спорта «Триумф» состоялось первенство по художественной гимнастике. Свое мастерство и спортивные результаты продемонстрировали участницы со всего Подмосковья. Затем, как юные спортсменки состязались в изящном бросании булав, лент, обручей и мячей, наблюдала Анастасия Кладинова. Последнее наставление ученицы перед выходом на ковер. Анна Смирнова. Каждый подбирает индивидуальный подход. Перед выступлением спортсменок одна из главных задач тренера – поддержать воспитанниц и не показывать своего волнения. Очень переживательно. Хочется выйти вместо них, конечно, помочь им как-то. Но надо сохранять хладнокровие, чтобы они чувствовали, что я уверена в них, не нервничала, не переживала, чтобы им было спокойней. Ульяна Логинова – ученица Анны Смирновой и представляет городской округ Люберцы на первенстве. Свою программу со сложными элементами она исполнила чисто. Ежедневные многочасовые тренировки помогают оттачивать мастерство. Осталось дождаться оценок судей. Я думаю, я выступила хорошо. Но я выступаю не первый раз, уже выступаю второй. И для меня это отличный результат. На соревнования приехали более 300 гимнасток из разных городов Подмосковья. Злата Андриенко. За ее плечами множество выступлений и призовых мест. Вот и на этом турнире она не планирует понижать планку. Я очень хочу выиграть первое место. Я выступила хорошо, есть некоторые ошибочки, но так понравилось. Волнение есть, но я потом прихожу на тренировки и исправляю. Первенство по художественной гимнастике в Люберцах проводят ежегодно. Программа поделена на две категории – индивидуальная и групповая. Участие принимали спортсменки в возрасте от 5 до 17 лет. Сегодня у нас есть 4 бригады, которые оценивают гимнасток. Первая бригада – это бригада, она называется ДБ, где мы смотрим элементы тела. Вторая бригада называется ДА, где мы смотрим элементы предмета. Третья бригада – это артистической ценности, как гимнастка красиво двигалась, музыкально, не музыкально. И четвертая бригада – это сколько было сделано ошибок во время упражнения. Среди участниц, которые заняли призовые места, проходил отбор на следующий конкурсный этап первенства Московской области. А также организаторы подготовили подарки и призы для всех участниц. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.